Привет-привет, мои хорошие. Я, значит, Артему решила сделать торт Сникерс, но у меня не было формы, которая, думаю, что будет удобнее, чем те, которые у меня есть. И я заказала форму раздвижную и приехала сейчас в пункт выдачи. И у меня такая ситуация была, я ее заказала. И завтра уже день рождения, я сижу и думаю, ну сейчас ли до 5 часов не придет, то тогда что, придется ехать покупать здесь, хотя у меня вот-вот на подходе такая форма. Сейчас чирик-чирик, пришла. Сейчас пойду, надеюсь, что пришла именно та форма, которая мне нужна. Потом зайду в магнит, мне Рома купил коробку сливок, но я боюсь, что мне одной не хватит коробки, поэтому, ну там литра. Думаю, еще один возьму на всякий случай, потому что в поселке у нас потом магазина нет и нигде не взять. Значит, так, вроде я вот по памяти вспоминаю, вроде все взяла. Надеюсь. Волнуюсь, я так давно его делала один раз. И я волнуюсь, что а вдруг не получится. Так самое, что интересно, я медовики, я их сделала очень-очень много, а когда на 8 марта собирала, такая думаю, так, как бы это не забыть что-нибудь. Ладно, чем, пойдем сейчас в пункт выдачи, посмотрим, что там пришло. Здесь движение, обычно сюда позже приезжаем, здесь поменьше народу. Здесь такой гололед, снег уже такой грязный становится. Значит, уже скоро весна. И это радует. Думала, что у Ромы сегодня получится пораньше, но не получается. Вчера он освободился уже около 11. Я думала, что он что-то, может быть, как-то поможет. Ну, наверное, придется все самой. Не получается у него. Вот такое кольцо пришло, я его сейчас посмотрела, понравилось мне. Минимально у него 16 сантиметров, а максимально 30. Ну, отлично. Так вот. Вот, что, сейчас я пойдем сюда. Магнит. Не знаю, наверное, сейчас форму положу в машину, потом пойду в магазин. Что-то я решила поехать в другой магазин. Почему? Потому что там рядом будет три магазина, где я смогу выбрать получше вариант, повыгоднее. И там еще магазин кондитерский. Я туда даже ни разу не заходила. Не видела, все как-то через интернет заказываю. Зайду, хочу посмотреть по ценам. И мне нужна одна силиконовая форма. Я ее заказала с Алиэкспресс, но тоже, что ее долго ждать. Не знаю, посмотрю, если недорого, то возьму. Что там случилось с ГАИ? У нас там вот этот перекресток самый проблемный. Там светофор явно просится или кольцо, чтобы сделали. Постоянно аварии. Вот. Угу. А ее посёк. Угу. У нее сок будет делать, да? Любители сока. Тань, ты помогаешь, да, дочь? Да. Молодец, ну, ты как какая. Моя... Мама, я где мама? Девчонки, помните, делали? Сейчас у меня нашли дети. Мама, что это? Я говорю, это заколка. Не забыла, как мы ее называли. Это для людей. В кондитерском магазине взяла вот такую вот форму. Таких вот обезьянок и лошадки. Для леденцов. Покажу потом, как делаю леденцы. Палочки только единственное, если будете делать, то сюда они не подойдут. Надо деревянные или бумажные, потому что пластик, он от высокой температуры, он растекается, да, плавится. Взяла две свечечки вот такие, вот они получаются, 11 у Артемки будет. Дробленый арахис, сливки,
400 рублей стоят такие сливки у нас. Потом вот такую посыпочку. Вот такая посыпочка. Нам не нужна для леденцов. Вот. И вот эту же форму, которую получила. Так вот, это все у меня. Такие вот покупочки. Вот, грубо говоря, вот здесь больше, чем 1500. И смотреть не на что. Ха-ха-ха. Ага, вон она, красотка. Взяла себе, вон, все пообрезала. Теперь видишь, ничего, хвостик не делается, Лида. Видишь? А у меня? А у Танюши делается хвостик, а у тебя нет, видишь? Мне кажется, у Нади легче делаются прически, потому что у нее волосы короче. Нет, они у нее просто не такие густые, поэтому так кажется. Мама, а когда вот я и когда хвост заплетаю, я даже усилия не прикладываю. Да? А когда мне просто надо расчесать. Девочка помогает мне арахис чистить. Вот я мы все да, молодцы вы какие. Помощницы, да, вы мои? Стол только, правда, сейчас на полу, будет, конечно, все это будет. Сколько, Артема, будет много пожалуйста. Дочь, а зачем ты разбросала апельсинки? Поднимай, пожалуйста. Где? Ну, вон на полу, как у сделала, дочь, собери, пожалуйста, Тань. Собери каку, которую ты сделала. Собери, собери. Иди выбрасывай это всю каку. Да, иди выбрасывай. Ага, давай, иди. Нет, вон еще, смотри, он еще валяется. Подними, пожалуйста. Вот, смотри, вот что ж ты такое тут каку надела, дочь? Вот, смотри, посмотри, все набрызгала апельсинкой. Ой. Ой, это уже животик от куклы. Знаете, я очень скептически отношусь ко всяким родам аппаратам, которые идут для здоровья. Но как-то я листала журнал Faberlic, и там у них увидела вот такой вот прибор. Я сначала, когда раньше листала, я думала, что это прибор для измерения давления. То есть ты его вешаешь на руку и замеряешь. Да? Потом как-то я начала внимательно вчитываться, заострила на нем внимание, и оказывается, этот аппарат для коррекции давления, то есть для лечения гипертонии. Так как все знают о том, что у меня есть проблемы с этим, и я решила, почему бы его не заказать. Называется он Denos Cardio, и его артикул 70902. Девочки, у меня этот аппарат, я им уже пользуюсь две недели. Почему? Потому что до этого я вообще думала, буду я его показывать вам или нет. Если, думаю, не будет он помогать и ну, какие-то улучшения не увижу, то я его показывать даже вам не буду. Значит, одевается он на руку. Не знаю, как это запястье, наверное, да, правильно называется. Где-то в сантиметре от руки вот таким вот образом одевается. Его делается он на руке и на ноге. Значит, и одним нажатием клавиши он включается, и дальше автоматически все уже делает. Сама по себе процедура проходит где-то, наверное, около минуты. Смысл этого аппарата в том, что у нас есть биологически активные зоны, да, такие как точки. И вот этот аппарат, он стимулирует точки, которые отвечают именно за то, чтобы не поднималось артериальное давление. И, девочки, значит, пробую, лечусь им уже 2 недели, и хочу вам сказать, что эффект на самом деле есть. На самом деле, за эти 2 недели я поняла, что у меня нету скачков вот этого давления, и
пускай оно у меня остается не совсем стабилизировано так, как должно быть, но, по крайней мере, оно держится уже стабильным, и для меня это уже огромный-огромный плюс, потому что на таблетках я не могла добиться такого эффекта. Поэтому я его очень-очень советую. Я говорю, что здесь он открывает... Не знаю, видно вам, не видно будет. Вот он делается на ноге, его можно использовать. Можно использовать на руке. Чудо-средство в моем понимании какое-то. Я очень много слышала до этого про аппараты Денос. И после того, когда я его сама использовала на себе, я также еще смотрела очень много видео на YouTube, отзывы, стоит, не стоит его заказывать. Потом смотрю, у людей уже вот эта вот сама липучка, она так изнашивается постепенно. Но, тем не менее, люди все пишут такие положительные отзывы и снимают также отзывы, видео, и в которых говорят, что реально супер вещь. Проверил на себе, правда классная вещь, и я вам очень советую, если у вас у родителей проблемы с артериальным давлением, то реально крутая вещь. После того, как я испробовала этот аппарат, понимая, что он тоже действует и что он работает, я себе заказала еще один аппарат, тоже этот Денос, и сейчас я его тестирую. Пока... Когда я пойму, что да, действительно, все это реально круто и это помогает, если это будет так, то я вам его покажу в видео. Если нет, то даже показывать и рассказывать не буду. Но по вот этому вот аппарату я могу уже четко сказать, что да, вещь стоящая, ее стоит заказывать. А по другому аппарату, который говорю, что вот он уже пришел, я им уже начинаю пользоваться, да, и хочу протестировать, и потом вам уже более подробно про него расскажу, про этот аппарат. Завтра у Артема день рождения, и сейчас буду готовить коржи. Планирую сделать два коржа. Два бисквита, да. Бисквит один делается достаточно замороченно. Второй бисквит делается очень просто. Я вам покажу как бы результат обоих коржей, да, какой получается лучше. На один у меня на простой бисквит есть видео, и я вам оставлю на него ссылочку внизу. А на второй бисквит, как его делать, покажу сегодня. Если вам будет интересно, то смотрите. Торт уже буду собирать завтра, в день рождения. То есть коржи приготовлю сегодня, а сам торт буду собирать уже завтра. По поводу Faberlic, для того, чтобы заказать, я оставлю вам тоже ссылочку внизу. По этой ссылочке вы можете зарегистрироваться и онлайн себе заказать. Доставка у них идет по всей России точно, и во многие-многие другие страны тоже есть доставка. Поэтому, если вы не из России, то вы можете зарегистрироваться и посмотреть, где у вас доставляется в вашей стране, да, если вы не в России. Но, девчонки, вещь реально классная. Вот, значит, и еще сейчас покажу заказики, которые заказывала исключительно для мамы. Для мамы заказала вот такую вот краску, называется «Жемчужный блонд». Потом на вот эту вот тоналочку была скидка по 100 рублей, получилось. Потом вот такой вот термоэффект она меня попросила ей заказать. И вот такая вот ампула, это добавляется в краску, ну, чтобы волосы не портить. Такой вот заказик бабушки. Девчонки, так как я понимаю, что рецепт бисквита, возможно, не всем будет интересно, поэтому я решила его сделать отдельным видео рецепта бисквита. Если вам будет интересно, то оно сегодня будет опубликовано вторым видео. Почему? Потому что смотрю, получается очень длинное видео, и решила, думаю, нет. Лучше сделаю два видео, потому что если вам будет интересно, то вы потом сможете посмотреть это видео. И потом думаю, если кто-то захочет потом найти этот бисквит, да, то во влоге мне потом будет тяжело сказать, вот в том влоге я показывала рецепт бисквита. Потому что бывает такое, что кто-то смотрит рецепт, а потом делает классный, мне говорит: «Оксан, у тебя было это видео, где? Дай ссылку». И если я где-то показывала в влоге, то, конечно, я потом уже не вспомню, где это, когда я показывала. Думаю, сделаю лучше отдельным, именно рецептом бисквита.
Если вам интересно, то смотрите, мне будет тоже приятно. Пишите свои комментарии. Если у вас есть свой рецепт бисквита, тоже делитесь, мне будет тоже очень приятно.